Два брата по кличке Гриша и Миша теперь обрели не только свой дом, но еще и работу. Синие собаки, ставшие известными на всю страну, в середине февраля теперь будут жить на территории гаража при администрации Дзержинска. Мы предварительно построили этот вольер специально со всеми требованиями для того, чтобы этим животным было удобно здесь, комфортно. В настоящее время они полностью обследованы, сделали им необходимые прививки. Вот, поэтому животные чувствуют себя прекрасно, они уже освоились. В гараж Дзержинской администрации собаки поступили после обследования в организации зоозащиты НН. Сотрудники транспортного отдела теперь постоянно уделяют внимание животным. Миша и Гриша оказались полной противоположностью друг друга. Питомцев поставили на довольствие это двухразовое питание. Ну, этот пошустрее, смелей, а тот просто спокойный, как у нас. Собаки были обнаружены в последний месяц зимы на предприятии Дзержинское оргстекло. Они сразу привлекли внимание необычным окрасом шерсти. После обследования было установлено, угрозы жизни и здоровью собак нет. В ближайшее время четвероногие приступят к охране территории гаража администрации Дзержинска. Совсем скоро сойдет и голубой окрас. Специалисты говорят, что новая шерсть у четвероногих появится после очередной линьки. Сергей Щеплягин, Время новостей.